По совпадению есть еще новости из Польши, связанные с Украиной. Польский сенат рекомендовал признать ближайший понедельник днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. События вошли в историю как Волынская резня. Речь об уничтожении в 1943 году, по некоторым данным, от 100 тысяч этнических поляков боевиками так называемой украинской повстанческой армии, запрещена в России. Кульминацией считается 11 июля, когда бандеровцы атаковали одновременно почти 150 польских деревень на Волыни. Тема очень остро воспринимается в современной Польше на фоне того, как нынешняя украинская власть установила день основания УПА праздником защитников Отечества и наделила участников статусом борцов за независимость. А только накануне горсовет Киева переименовал Московский проспект в честь Степана Бандеры. И еще одному проспекту хотят дать имя главаря УПА Романа Шухевича.